Новости в эфире информационного канала Севастополя. В студии Арсений Ковалевский. Неделя дана коммунальщикам на починку неисправных люков на дорогах. Такую задачу департамент городского хозяйства получил сегодня на аппаратном совещании. За неделю в городе зафиксировали 14 ДТП, и одна из предпосылок – именно открытые крышки люков. Проблемные улицы, по данным ГИБДД, 4-я Бастионная, Героев Севастополя и Льва Толстого. О начале отопительного сезона и контроле над строительными проектами расскажет Анна Малышка. Все котельные в строю. Отопительный сезон этой осенью впервые за долгие годы начался до того момента, как люди стали замерзать и массово жаловаться на холодные батареи. Однако без тепла в Севастополе все еще остается 88 домов и 4 детских садика. Причиной тому неисправности внутридомовых сетей. Аварии устраняются, но самая большая проблема на сегодняшний день у жителей 16 общежитий и 16 домов Черноморского флота, которые Минобороны на баланс города передавать не планирует. Мы готовы в случае, если они выберут управляющие нашей организации в соответствии с жилищным кодексом, на общежитие выйти в максимально короткий срок. Позиция флота в собственность города, они ничего не передают, они требуют, последнее письмо было, выбрать подрядную организацию, которая будет обслуживать их дома. Требуют от кого? Ну, от нас, от правительства, получается. Договор они готовы заключить, только у них нет уполномоченного лица, который договор подпишет. Обещают, что в среду приедет доверенность. Замгубернатор Алексей Еремеев заявил, что готов отдать свою машину стройнадзору. Лишь бы инспекторы выезжали на место и стройки проверяли. Они узнавали о нарушениях из публикаций в СМИ. Как, например, случилось с многоэтажкой по улице Ластовая. Несмотря на то, что с начала года ведомство провело 484 проверки и обнаружило нарушения почти на 11 миллионов рублей. Работу в этом направлении в целом в правительстве раскритиковали. Управление строительного надзора узнает о том, что объект строится, и СМИ. Неудовлетворительно. Значит, вместо вот доклада, значит, с красивыми слайдами, с набором статистических данных, подготовьте в течение трехдневный срок конкретное предложение на имя губернатора и лично ему доложите, каким образом вы планируете повысить эффективность своей работы. В течение 2 недель стройнадзору предстоит разработать и представить карту всех строек Севастополя. Из 362 объектов 72 лишь стали на надзор, а остальные на надзор не становятся. И в принудительном порядке поставить на надзор эти объекты капитального строительства управление... Прекрасно. Соответственно, они в деятельность вестись не должна. Возможно, у того застройщика, который строит объект без постановки, без предупреждения стройнадзора, вообще отсутствуют документы, разрешающие строительство. В этих случаях надо принимать решение и обращаться в суд о сносе. Прокуратура не может этим заниматься, если нет угрозы жизни и здоровья. Поэтому необходимо все-таки выработать алгоритм, какой орган за что отвечает. Севастополь высокотехнологичный. Над этим проектом уже 3 месяца работает специальный департамент приоритетных проектов. Сегодня первый отчет о работе, который ведется в 4 направлениях. Итак, отобрано 3 участка под индустриальный парк. 8 потенциальных резидентов заявили о возможности размещения здесь своих предприятий. На эти цели в федеральной целевой программе заложен 1 миллиард 665 миллионов рублей. Кроме этого, разрабатываются участки под технопарк и создается кластер приборостроения и электроники. За прошедшие 3 месяца работы департамента выбран предварительно земельный участок для размещения индустриального парка. Подготовлены ваши отдельные распоряжения по формированию данного земельного участка. Ведутся переговоры с компаниями, которые также изъявляли желание там расположить вместо индустриального парка другие объекты. Что касается приборостроительного кластера, результатом можно назвать как раз вот формирование пула из пока 22 организаций, которые должны в ближайшее время подписать соглашение о создании кластера и создать свою специализированную организацию, которая из участников кластера, которая будет управлять и представлять свои интересы, в том числе на федеральном уровне. Что касается технопарка, как результат, это происходит формирование границ земельного участка выбранного. 2 потенциальных участника буквально вот в ноябре планируют открыть свои новые предприятия. Это Севастопольский электротехнический завод, мы вот были как раз в пятницу, посещали его, и еще одно ТСВК. Губернатор Севастополя Сергей Миняйло призвал ускорить работу в направлении приоритетных проектов развития. Коммунальщики на аппаратном получили выговор за ненадлежащую уборку улиц, а архитектура за обилие несанкционированных рекламных конструкций. Мы неактивно работаем. Вот я при всех говорю, или это специально делается, для того, чтобы создать какую-то напряженность, или не знаю почему, ответить не могу.
дойдет до того, что вы сами со своим департаментом, получив в руки инструменты, пойдете срывать эту рекламу. Кроме того, в понедельник на внеочередном заседании правительством одобрено выделение 10 миллионов рублей из резервного фонда на закупку техники для управления лесного и охотничьего хозяйства. Анна Малышко, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. В Севастополе почтили память погибших моряков линкора «Новороссийск». В воскресенье родственники спустили на воду венки на месте гибели линкора. На Михайловской батарее открыли выставку «История и судьба Новороссийска». Экспонатами стали фотографии, книги и личные вещи моряков. В планах руководства музея пополнять экспозицию. На Братском кладбище у мемориала в память о погибших отслужили литию. Со дня трагедии унесшей жизни более 600 черноморцев прошло уже 60 лет. Гибель флагмана Черноморского флота в ночь на 29 октября 1955 года до сих пор считается одной из неразгаданных тайн 20 века. Согласно официальной версии, под днищем корабля взорвалась старая донная немецкая мина. На килю мы спаслись, не были в воде, 48 человек, вот таким образом. Вот так мы спаслись. Ну, некоторые начали по килю мотаться, раздеваться и прыгать в воду. Один матрос разделся, ну, сухой, выбежал все, разделся. Что-то в голове, что, мол, боезапас, детонация будет. Нырнул, метров 50 отплыл, вот так руки поднял кверху и попрощался, и шел. Сплю до 12 дня, 60 лет. После 12 просыпаюсь. И почему-то лезут вот эти мысли, вот эти ребята, с которыми служил, которые погибли. Вот. И все это лезет, я не могу до утра. В 4 часа встаю, иду на кухню, бабушка не слышит. Вот. А я начинаю там, поднимаю книги опять там, газеты, это «Флаг Родины» были, и это, все газеты поднимаю, у меня сохранились все 60 лет. Поднимаю, как же так было, как события происходили. Конечно, это трагедия, но это и героический подвиг наших черноморцев, которые до конца боролись за живучесть своего корабля. Но судьба сложилась так, что более 600 моряков, это и участники войны были, и молодые матросы, которые пришли, к сожалению, погибли. Вниманию автомобилистов. С 27 по 29 октября в связи с проведением ремонтных работ будет полностью перекрыто движение по улице Частника. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Ограничения коснутся участка автомобильной дороги от площади Восставших до улицы Бутакова. Севастопольские садоводы рассчитывают на господдержку. Об этом на круглом столе сообщил председатель регионального отделения Союза садоводов Севастополя Андрей Липенко. Он рассказал, проект закона, регламентирующий деятельность сотрудников этой отрасли, находится на согласовании в Москве. Документ содержит предложения по взаимодействию и партнерству садовых товариществ и кооперативов с представителями городских властей. Сельскохозяйственное направление в Крыму и Севастополе на стадии развития. Сотрудники отрасли переживают непростые времена, отметили специалисты. Основная проблема – невозможность получить разрешение для торговли на рынках и в других общественных местах. Кроме того, садоводам нужно создать комфортные условия. Например, обеспечить транспортом, льготами для пенсионеров и инвалидов, а также выделить достаточное количество электроэнергии для работы. Можем рассказать, каким образом они достаточно легко могут получить необходимое количество энергии, вот, и не платя за это больших взносов. Мало того, что мы можем предложить людям уйти от двойной оплаты за электроэнергию. Это человек платит на своем садоводческом участке за тот тариф, который обозначен городом. Это рубль 84 на данный момент. И сверху еще собирается дополнительно за потери, за воровство внутри объединения, за технологические потери. Так вот, у нас есть предложение, как уйти от этих технологических потерь. Севастопольский форум садоводов пройдет 19 ноября в 14 часов в стенках Севастопольского центра культуры и искусств. 1500 вазонов с хризантемами украсили Приморский бульвар. Композицию, размещенную на площадке между Дворцом детского и юношеского творчества и аквариумом. Из цветов составили арку. Для ее создания авторам потребовалось почти 700 вазонов. Рядом поставили пирамиду, а под ней разместили цветочную композицию. Декорации будут стоять до 1 ноября. Организаторы ярмарки планируют продать около 9000 цветов. На выбор севастопольцам представлены порядка 40 сортов шаровидных хризантем. Их вырастили в поселке Сахарная Головка. Здесь находится агрофирма.
Это растение именно уличное, именно садовое. А насчет прихотливости все в зависимости от ухода, от того, как к ней относится его хозяин. Хорошо, вовремя политое, вовремя подкормленное, вовремя окученное, вовремя прополотое это сезонное растение. Растение будет жить долго и счастливо, и радовать своего хозяева. Высаживать можно практически сразу после покупки. Высадить хорошо, обязательно обильно сразу после посадки полить. Это самое, наверное, яркое, веселое, приятное время у нас в Севастополе, в Крыму, когда зацветают хризантемы, дубки. Я их обязательно посажу к себе на клумбу возле дома. Мы живем в частном доме. Безумно люблю эти цветы, их запах. Это радость осени. Помимо хризантем, на ярмарке представлены и другие растения – монстера, цикламен, пеларгония, розмарин и мята. Футбольный клуб «Севастополь» со счетом 3-0 уверенно победил ялтинский «Рубин» в матче 10-го тура Крымской премьер-лиги. Встреча состоялась на стадионе СКС. К этой игре севастопольцы подходили, находясь на третьем месте в турнирной таблице. Моряки отставали от ялтинцев, идущих вторыми, на 2 очка. Счет на 20-й минуте открыл Матвей Гуйганов. С близкого расстояния он поразил ворота соперника после паса Александра Жабокритского. Молниеносную комбинацию хозяева поля разыграли на 53-й минуте. Ее итогом стал точный удар Андрея Кивы после передачи от Юрия Плешакова. Итоговый счет под занавес встречи установил Евгений Прокопенко. Таким образом, футбольный клуб «Севастополь» одержал 4-ю победу в сезоне. Получилась боевая игра, как мы и предполагали. Соперник, они об этом и заявляют, что борются за самые высшие места. Конечно, они сражались с полной самоотдачей. Ну, надо поблагодарить наших игроков, что они в этом компоненте им не уступили. В итоге мы победили. Я считаю, что, конечно, мои ребята не должны были проигрывать с таким счетом. Моменты были забить. Ну, что сделаешь? Это футбол. Будем готовиться к следующим играм. Вся борьба еще впереди. Есть весенний чемпионат, 3-й, 4-й круг. После домашнего успеха Севастополь поднялся на 2-е место в турнирной таблице. От лидера Симферопольской Таврии моряки отстают на 10 очков и на 1 балл опережают ялтинский «Рубин». Следующий матч подопечные Олега Лещинского проведут 31 октября в гостях с «Беркутом» из Армянска. Начало встречи в 14:00. На этом у меня все, а эфир информационного канала Севастополя продолжается. Оставайтесь с нами.